Далее в выпуске блок спортивных новостей. Продолжает свои выступления в чемпионате России по мини-футболу ноябрьская дружина «Газпромнефть». Во вторник и среду ямальцы завершали свое выездное турне в Ханты-Мансийске, где встречались с очень сильной местной дружиной «Югра». Обе встречи прошли в напряженной и интересной борьбе, исход которых решался буквально на последних секундах поединка. В первом матче «Газпромнефть» сумела переиграть югорчан 4-3. Во второй встрече чуть более удачливыми были уже ханты-мансийцы 7-5. На сегодняшний день подопечные тренера Марата Абжалимова занимают второе место в зоне Западная Сибирь и продолжают борьбу за золотые медали. Этому наверняка будет способствовать то, что из оставшихся 16 игр чемпионата 14 «Газпромнефть» проведет у себя дома в ноябрьске.